Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими гостями, партнерами. У нас ассоциация в кадре. Сергей, расскажите, пожалуйста, про ресурсы, которые ассоциация или вокруг ассоциации консолидируются для рынка, как рынок может ими пользоваться и вообще как дела у рынка? Ну, у рынка дела не очень хорошо. Вы понимаете, что сейчас экономика растет не теми темпами, которые бы нам хотелось. Возможности потребителей, конечных потребителей тоже сокращаются. Спрос на продукцию не растет и замедляется. Но, тем не менее, рынок показывает даже в этих тяжелых условиях возможность, способность адаптироваться к меняющимся условиям. Ну и если говорить о выставке, о сегодняшнем мероприятии, то производители бытовой химии демонстрируют тоже соответствие тем изменениям в потребительском поведении, которые есть на рынке, и финансовым возможностям, которые у потребителей есть. И, в общем, их продукция пользуется спросом. Ну и это один из тех сегментов, где высокая конкуренция, что хорошо. Здесь в рамках выставки проходит премия. Расскажите пару слов про премию, почему в ней есть смысл участвовать экспонентам и участникам. Ну вот мы сейчас вручали как раз эту премию, и основные участники или победители этой премии – это компании, которые проповедуют экологически ответственные практики, поведение, используют соответствующие технологии. Вообще, если бы несколько десятилетий назад слышали бы словосочетание «зеленая химия» или «экологически безопасная продукция бытовой химии», наверное, это было бы удивительно. А сейчас этим никого не удивишь. И отрасль, которая зарождалась как источник технологических изменений, как источник или драйвер новой экономики в позапрошлом веке, в прошлом веке особенно, сейчас является еще и генератором идей и технологий, которые обеспечивают бережливое отношение к окружающей среде. Это касается и экологической тематики, и бережного отношения к человеку, и к продуктам, которые являются объектом воздействия бытовой химии, но главным образом, конечно, к среде, потому что все это так или иначе, прямо или косвенно попадает в окружающую среду. А сейчас все этим озабочены, и потребители, ну и производители, конечно, тоже. И вот то, что отрасль способна соответствовать этим вызовам, это очень позитивно, конечно. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями.